Приветос, амигос, снова вы, я и, как и вчера говорил на стриме, God of War 3. Так же, как я вчера говорил на стриме, Алексей до сих пор, видимо, с отпуска не вернулся, поэтому заставку пришлось сделать своими силами, поэтому она такая немножко сраненькая. Также вчера спрашивали, почему сразу с третьей части, где первая и вторая, на четвертой первой и второй нет. К тому же, кто смотрел E3 2016 года, тот знает, что у Бога войны будет переиздание. Ну так вот, я никогда, в принципе, не смотрел видосы по этой игре, видел ее только отрывками в каких-нибудь топах, типа топ самых кровавых игр, топ самых эпичных боссов. Вот, там какие-то фрагменты игры видел, но, честно говоря, ничего не помню, поэтому опыта игры нет, ничего нет. Это слэшер, это файтинг, бомбить. Ну, не знаю, если сложно, побомбить придется, короче говоря, ладно. Давайте уже глянем. Попросили играть вчера, сказали, играй на максимальной сложности. Максимальная, слава богу, закрыта. Не знаю, ну давай попробуем. В принципе, слэшер, я Фури прошел. Моя месть свершилась. Ебать, озвучили. Вы бы еще Алканавтера позвали нахуй. Доброго времени суток. Меня зовут Кратос. Братья мои, мы рождены в борьбе. А это голос Альбуса Дамблдора. Мы одержали великую победу и положили начало царствию богов Олимпа. Олимп зиждется на подземном мире. Вон букля полетела. У корней его течет река душ. Олимп появился из бездны хаоса. Он рос, а вместе с ним росла и наша мощь. Мы создали мир процветания, мир благоденствия, мир, живущий в довольстве в тени моей горы. Горы, которая стала олицетворением абсолютной силы и могущества. Все, конец птичке, больше срать не будет. И вот настал день, когда нам был брошен вызов. Смертный Кратос желает уничтожить все, что было создано. Чувак из Фантастической четверки, давай. Бен Грин или как там его. Братья, забудем о тех обидах, что так долго разделяли нас. Мы объединимся против дерзкого смертного. Ну это что за вторжение титанов-то хоть идет? Тут големы какие-то? Земли. Или это титаны? Вечно. У этого сиська только что была. Что происходит? Видимо, игра начинается уже с какой-то эпичной битвы. Это справа что за демон? Ну, это Зевс стоит, вон тот белый. А эти вообще не знаю кто. Ну, это Гермес, наверное. А это вот что за бич? Может, они предысторию расскажут. Борода у Зевса, конечно, я просто офигеваю. Крещение Русию. В натуре это, смотрите, это голем, тёлка, у нее сиськи висят. Ёпта, нихуя. Зевс, вот это меч. Твой сын вернулся. Я не свергну тебя с Олимпа. Сын вернулся. Блядь, Геракл нашелся. А что у него за шрам на животе? У него что там, блин? Аппендицит вырезали, что ли? Титаны снова падут. А, это титаны вторгаются. Блядь, звук озвучки, конечно, просто вообще. Не знаю, как драться на все кнопки буду проверить. Чтобы схватить, чтобы сильный удар. А, квадрат, понятно. Но это слэшер, здесь вот эта массовка, она угрозы-то никакой, наверное, не несет. Поэтому можно их просто драть. Это в Dark Souls тебя первый же бомж убить может с высокой вероятностью. Даже не поцарапал, блин. Что боги как супермены, на них законы массы не действуют вообще никакие.
Кто смотрел, вот Бэтмен против Супермена, там была сцена, где Бэтмен, ой, блядь, Супермен тащит корабль, короче, за цепь во льдах застрявший, но при этом у него ноги даже в снег не проваливаются, не понимаю? Святой апостол. Блять, озвучка в этой игре просто. Меня схватили. Ну. Я не могу пошевелиться. То чувство, когда вот. Спаси меня. Когда лень звук обрабатывать. Но неужели каменный голем с каменными гландами может орать женским голосом? Ёб твою медь. Надо было английскую озвучку включить и послушать, как там сделали. О, нихуя. Ну, блядь, заебись, конечно. Все, кнопка просто всех убить. Жаль, в Dark Souls такой у меня не было. Так, становая тяга, давай. Вот так вот, спину, спину колесом, как Невский делал, давай. Да я чё, блядь, медленно кликаю, что ли? Или у тебя бицепс кислый? Ты можешь напрячь? Вот. Запустила себя, конечно, эта големиха, подмыхи не брела, вон у нее тут джунгли не брила, вернее, джунгли выросли. Для уклонения правый стик. Нажимать или что, блядь? Да подожди, нахуй, дай управление проверю, говно. А, это кувырки здесь есть. Ёб твою маньку, а. А, ну раз кувырок есть, значит все нормально. Если есть в игре кувырок, значит все не так уж плохо. Это что за водяной конь? И что за бог такой? Бог крабов? Бог игроков картошки, блядь. Сейчас, сука, будем сегодня лей с крабовыми палочками жрать. Убрал свою лошадиную морду. Ксения Анатольевна, успокойтесь, успокойтесь. Не надо давать интервью. Вас никто ни о чем давно не спрашивает. Блядь, Ксения, ёпта. Бля, я тоже так могу. Ну-ка, нагни ебало сюда. Смотри, что я умею. На, нахуй. И чё? Блядь, мои касты говно, походу. Я так понимаю, блядь, слив. Я так понимаю, надо ей, надо эти колбаски отбить, которыми она держится. Такой босс был еще в Зене Королева Воинов на первой плойчике. Вот Зенку бы переиздали, ой, Зена, классная игра была, бля. Ну, сериал был довольно годный, но и игра была неплохая. Вот там циклоп вылез, надо было ему по пальцам надавать, чтобы он улетел. Я буду скакать на воображаемой лошади. Ой, сучка, сучка, хей. Неудобно кувырок делать на правый стик, а бить на правые кнопки, бред. Так, уклонились. Бля, я только быстрыми атаками могу коня достать. Выйду ночью в поле с конем. О, все, я коня заебенил. А, и этот конь, это... А че она его рукой просто не прихлопнет? И че? Нихуя себе! Че делать-то, ёпта? А, блядь! Конь, сука, педальный! Ух ты, блядь! Блять, Исаул, Исаул, нахуй ты. В игре сделал коня. Ёпты, блять. Ну не успеваю я, нахуй. А. Чё ж не сказали, что, блять, на какую кнопку теперь уклоняться-то, дармоеды, блять. Это вот тот бог, который спрыгнул, я так понимаю, да? Ну пожалуйста, блять. Я сейчас сдохну, блин, опять. Педрильный конь, бля. Чтоб на тебе Борька Моисеев, блядь, скакал галопом кавалерийским. Ну, сука, я чё-то ни хрена не понимаю, когда он вдых... Блядь, пидорас. Сука, надо было на средней сложности играть, пизду. Пока я нахрен с управлением разберешься здесь. Чё за бог в коня прыгает? Бог лошадей, что ли? Конь из воды, главное. Чё такое?
На тебе сильным ударом. Это кони-краб. Он, или крабоконь. Сука, это Алигил. Нет, это крокодатор. Серию какую-то можно набивать. А что дает? А хоть опыт повыше, конечно. Ай, блядь, охуйте. Интересно, почему Кратос дерется с какими-то цепочками? Что можно каменной лошади сделать с цепочкой? Газманов бы этого коня вмиг уделал. Так, вот теперь-то как уворачиваться? Хорошо, я дошел сюда, ни одной плюхи не получил. Также на крестик, чтобы перемещаться быстро. Да, они пишут, но, блядь, читать не успеваю. Я Мануса убивал, ты чмо, блин. Ну-ка слейся отсюда. Сука. Бля, в игре брони нет, щита нет, мне не нравится. Я его, блядь. Это еще не конец, что ли? Блядская ты лошадь, ёб твою мать. Да прррр, блядь. Не, ну сейчас вообще, блядь, некуда уклоняться, пизда полная. Слушай, этот конь вообще, по-моему, блядь, удила попутал. На нахуй! Специальное добивание. Ну, бей его. О, за губу, за нижнюю. Ба, что происходит, не понимаю. Никогда такого не видел. Бля, вот так бы в Dark Souls боссы добивались. Это похоже на Shadow of Colossus, который мне так давно советуют поиграть через эмулятор, как будто мне вот делать нехуй. Эмуляторы эти. Эмулировать. Гора Олимп. А где мой голем, на котором я скакал в атаку, и мне что, теперь пешком идти? А Сильвестр Сталлоне в боевике Скалолаз 2. Интересно, Сталлоне, у Сталлоне нет планов на Скалолаз 2? В 90 в нем снятся. В 90 лет. Тот вышел в 90-м году, а теперь Сталлоне 90 лет будет. Самое время. Это кому он сказал умри? А, это вот тот бич красный. А... Зеленые сферы дают здоровье, синие магию, красный опыт. Обалденно. Так, а еще у меня вот здесь на паузу вместо меню настроек есть вот это, и я вообще не буду шить такое. Усиление. Клинки Афины. Олимпийский бросок. Удерживать зеленку. А, здесь еще и нихуя. L1 плюс нолик. Что, какие-то удары? Блять, что за хуйня? Это что за удары? Еще комбо. Понятно. В принципе, хрен с ним все равно. Все равно я в бою все кнопки тыкаю. Что-нибудь да угадаю. О, конь вернулся. Че Кратос, бля, бей его сама на. Ты здоровая, сильная, независимая каменная женщина. Дай ему, бля, пиздюлей. Держись! Как ты мою Зингольда хотел назвать? Ча-ча-ча, дармоеда, я уже иду. Опа, лучники, сука, нихуя нечестно, ёпта. А, у него двойной прыжок есть, нифига он.
Кратос попрыгунчик. Блять, а вот это вот... Что они делают? Групповое изнасилование мужчины, блядь. Мужчина, иди сюда на... О! А что надо было нажимать? Нажим, он подпрыгнул и... А, в воздухе. Блять, заебал. И что мне за вот эту серию дают? То, что я их таскаю. О, улетел вместе с опытом. Подожди. Жмите R1, чтобы ухватиться. Ну, R1, конечно, кнопка, которую прям вот никогда я для захвата в играх не нажимал. Цепь баланса не бывала прочная. Она поддерживает... Чего, ёб твою мать? Дай прочитать. Нахуй цепь... Она поддерживает связь между Олимпом и подземным миром. А, нихуя. Подземный мир на цепях, что ли, висит? Так, мне надо прыгнуть и... Отлично. Да ёбаный ты, ну что ты, сука? И Симбаева прыгает, и мы прыгнем, давай. Надо палку, блядь, найти. Ух, долетел еле-еле. Новая порция бичей. Лучник. Лучники у меня, сука, будут умирать самой кровавой смертью. Блядь. Да они даже не дают размахнуться, пидорасы. Там была какая-то кнопка уклонения, но я что-то не помню. Или блока. Офигеть. Там хрен даже увидишь, куда надо было прыгать. Ну вот это прям вообще, наверное, этот Крон. Который богов пожирал, нет? Смотри, какой здоровый. Ебать ты лох, ну и слился. Вот днище ебаное. Ливнул. Титан ливнул. Титаны, конечно, вообще ни о чем. Боги их просто как щенков, блин, раскидали. Титаны на эту гору 2 недели, походу, ползли. Ой, ёбаный кокоду. Все. Горло. Какое? Тебе горло вырвали. Чем я тебе помогу? Тебе кухо горлоносу надо. Ох ты, блядь. Ну это все сломало, дура. У меня крылья есть. О, нихуя что нашел. Подожди, держись. Держи его, держи коня. Сейчас я тут. Сундук тугой, правда. Раз, два, удерживаем. Да, нифига. Сейчас, борись за свою жизнь. Магия, не знаю зачем. А, бля, магия же есть в игре, забыл про нее. В толпу забегаешь, кастуешь и дальше идешь, я понял. А как ей помочь-то? Она ж... О, нихуя. Матаро пришел. И чего? Каким стиком эту надо было делать? Сосите, блядь, твари. Я буду магией аннигилировать бомжей, когда их много. Ну, блядь. В драке с боссом она все равно не помогает, как бы. О. А какого хуя-то? Чё не так с этим добиванием, блядь? Башку оторвал. Ты коня добить можешь? А, там, блядь, справа теперь кнопка появляется. Блядь.
Я хочу смотреть, как я Матара расчленяю, а не какую кнопку надо нажимать. Кишку вырвал, охуенно. Рычаг, который стоит в углу комнаты, который управляет лифтом, который... богам правда все это нужно было? Мне кажется, не все... А, это вон дверь Зевса. Или что это такое? Хер его знает. А, подожди. О, смотри, внизу. Внизу-то, смотрите, что это такой. Титан, наверное, какой-нибудь главный, замерзший. Место упокоения Ареса, павшего бога войны. А что все остальные боги такие мелкие, а Арес такой здоровый? Кратос же убил его в какой-то части. Кратос стал новым богом войны. Тут в начале игры сказали. Сейчас я еще его могилу оскверню, обоссу его, ёпта. Главное, во льду похоронили, ничего себе. Ай, блядь, пока читал эти ёбаные подсказки. Блядь. Что за рычаги у них тугие? Они что, блядь, не смазывают их, что ли? Такой качок их, блядь, минуту открывает. Ну ты еблан. Офигеть. А это что такое светится? Да открывает. Это, наверное, прокачка. Могила Ареса. Я что-нибудь могу уже прокачать или что? Это все получать надо где-то, что ли? Глаз Горгоны, блядь. Звуки, кстати, в менюшке, я не помню, сказал или нет, но чисто пайнкиллер. Ладно, хуй его, здесь еще все заблокировано. А, Кратос спартанец. Ща я ему клешню вырву. Ёпта. Он не проблюется с таких полетов-то. Опять с конем драться. Блять, этот конь. Да этот конь не уймется. Ты соси ты хуй, я же отпрыгнул. Нихуя не понимаю. Он что, новые приемы что ли выучил? Ебану, бля, вообще. Сука, господа всадники, чья-то лошадь попутала. Я буду на крыльях спасаться от этого удара по земле, короче. Я огребаю каждый во второй атаке. Нихуя на крыльях не спастись. А что делать-то надо, блять? Он реально все накрывает этим ударом. Сука, триперный конь, блять. Надо ему не давать кастовать, надо успевать ему вломить, что ли, конкретно. Блять, это первая игра, где реально кувырком невозможно спастись ничего. Делаешь кувырок, все равно получаешь пиздюлину. Но иногда и не получаешь, действительно. Вот сейчас как-то лучше пошло.
Блять, хоть лапки бы у него отрывались, что ли, заебал. Блять, ебаный конь. На нахуй. Магия зарешала, магия зарешала. Блять, не то нажал. Ебаный в рот, сука. Пиздец. Где-то в жопе, блять, появляются эти кнопки, ебаные. Да, сука, конь попутал вообще. Говно, блядь, ебаное. А, вот сейчас надо прыгать было, да? Блядь, ну, уже мне напиздюлял, можешь убивать, хули драться. Чё он в прошлый раз это говно не делал, блядь? Что он делает? Он раскачивает, что ли? На, сука. Пиздец. Хватит кряхтеть там, блядь, терпи, ёпта, ты ж каменная. Откуда у тебя, блин, нервная система? Как попал, блядь? Серия коварна. Сука, на, ёпта, отведай. Силушки богатырской. Так, сейчас главное не проебать. Треугольник. Треугольник. Крабаконь сейчас огребет, походу. Ох, своротил ему. Бля, что это за бог такой был? Бог чего? Он вообще коня и крабов, что ли? Блядь. Что, не конец, что ли? Пидорас, ну это все, что ты можешь. Читер ебаный. Блять, пока он нахуй накувыркается, этот Кратос ебучий. Чё добивай, блядь? Бей его полностью, ломай его. Ёб твою мать. Какие комбинации тут. О, нихуя. Сейчас его же копытом и прибью, блядь, пидораса. Ебать. Ничего, метнул. Двери еле открывает, бля, какую-то хуёвину здоровую. О-хо-хо. Вколотил. Все, глисты излечены. Давай, ползем. Не благодари, старушка. Блять. Это он в ней такие пещеры проделал. Потрусь об нее. Печушкой, может, и полегчает. Да, анатомия големов, конечно, да. Я помню фильм, то ли война, не война богов, а где вот титаны против богов бились. Вот там вообще, ну и дерьмо, блядь. Что титаны, что боги, бля. Ой, это что такое? Ебанат, сука, какой ты еблан, блядь. Это сердце, сердце титана? Сердце геи? А, это она гея.
А я думал, какого гея, бля? Ну и что это такое? Ее сердце — это дерево? Что мне нахер с этим делать? Так. Нахуй мне ее поворачивать? Я уже прыгать готов. Как прыгнуть назад? Охуенные подсказки в этой игре, просто в шоке. И чего? А, подожди, понял, блять, мне не надо тут лазить, мне надо... А оно не так было, разве? Здесь тоже что-то не в порядке. А, ёб твою мать. Благо мы не торопимся, она умирать может долго. Вот так, я охрененный хирург, кардиохирург, делаю операции на сердцах титанов. А с этим что не так? Так, тут, наверное, надо на цепочке, да? Ебать. Блять, какой ты мудак. Ну чё там опять? Ну, тебе чё, ногу не задрать, не перешагнуть, что ли, с прыжка? Я вот не врубаюсь, почему он, сука, сам не отцепляется? Я даже хуй знаю, на какую... Я на все кнопки те жму, чтобы он точно отцепился. О, нихера. Просто одного схватил, остальных им же раскидал. Откуда в ней это говно? Гея, у тебя мандавошки. Блять. Вот у него ног нет, он все равно еще. Он даже без ноги в погоне за мной кинулся. Как им охота мне пиздюлей навешать. Причем видно, что он мечи-то в камни не втыкает, но как-то лезет. Высоко. Раньше так не прыгал. Вот это был сильный удар, если бы ты еще попал ему по кому-нибудь, было бы вообще, наверное, эпично. Отлично. Хорошо, что этот червяк в геи наделал дыр, сквозь который я могу ходить теперь. Интересно, ей не больно, когда я по ней так лажу? Да ёб твою коняжью мать, да что ж такое-то? Да, блять, гея. Бросаешь вызов мне, смертный? О, голос сделали. Олимпийскому богу? Посейдон, вон это истинный кто. Истинный воин не прячется, Посейдон! Выйди из моря и сразись со мной! Я научу тебя почтительному Перси отношению Джексон. К богам, Кратос! Мы сражаемся на огромной баге. Не останется даже памяти! Оперативный, блядь.
Оу, блядь! Читак, сука! Дерись как мужчина, колдун. Да, блядь, такая, а. Пусть гниют твои кости, колдун. Лох тупой, понял? Я думал, Зевс бог молнии. Почему ими, блядь, Посейдон пуляется? Кратос, прыгай мне на руку! И чего? О! Думал, я его не достану, что ли? О! Попадос! Во имя величия Олимпа! Да, да. Знаем о ваше величие Олимпа, блядь. Допинг пробы только подделывать можете, петухи. На нахуй. Во имя, блядь, величия. Сука! Замильдоний, блядь! Ну что за говно? Ну почему ты умер? Как, блядь, уворачиваться-то здесь? Я убью тебя! Да, я твою маму убью, понял? Пиздюк, блядь, какой, а? А это что за место? У параши. Ну чё, блядь? Вот. Единственное место, где он не достает. Или чего, блядь? Что это нахуй за хуйня? Чего, блядь, нахуй она нужна здесь? Вообще не понимаю. Ебать. Блок! Пиздатый поэт. Но в игре блока нет. Я, блядь, охуеваю. Тут можно, по-моему, только перепиздить его по домам. Блять, гея, охуенный совет, тебе на руку прыгнуть. По славу богов! Опять? Пидор, пидор. Блять, кувырок в стену, блять, кувырок в стену. Ну ты ебанутый, ты больше, блять, никуда нахуй не мог его сделать. Пидорас, блять. Сука, найди себе кого-нибудь равной весовой категории, чмо. Иди с Макгрегором сразись. Я еще и геи пизданул сейчас, по-моему. Чтобы не расслаблялась шлюха кирпичная, блять. Блять. Ебать, кувырки вообще не хоть ворота дают здесь, нет? Тебе никогда не победить нас! Я вот не ебу, блять. Как нахуй, принцип кувырка в этой игре. Его надо, блядь, нажать не столько вовремя, сколько, блядь, куда-нибудь правильно, в правильную сторону. Защита от спама ударами, что ли? Блядь, два удара всего нанес, ёпта. Блять, такая проститутка ёбаная. Да ему же вообще похуй, по-моему. Что-то какого-то дамага-то, блять, не наношу. Хоть шкалу жизни бы написали. Хоть правильно все делаю, нет? Как узнать тогда? Если босс даже... Во имя величия Олимпа! Пиздец, да. Удары, блядь, как у Кличко резкие. Получи в локоть, нахуй.
5. Блять, когда ты был конем, ты мне и то больше нравился. Пиздец, блять. На этой бабе тут сундук жизни нигде не стоит. Я уже здесь, сучка. Чего он не сопротивляется, столов? Чё ж, блядь, раньше ты ему на голову-то не прыгнул? И пиздюлей ему не вкатил. Нет, здоровья, продолжайте. Ой, бред. Только и может женщину бить петух. Посейдон, блядь, какой петух ты в этой игре, боже мой. Что мы, блядь? Ой, а здоровье восстановить что, не надо, что ли? А, по этим клешням бить нельзя. Сплотился против тебя. И чё? Что, Олимп сплотился? Я ж взлетел, чё надо было? Я не могу в воздухе долго держаться. Я отомщу. Я, может, что-то, блядь, не понимаю, но как-то все нахуй, блядь, немножко ебануто, блядь, здесь. Сейчас вообще, блядь. Вот неправильно сделано, что когда ты жмешь прыжок, Кратос должен прекращать нахуй все свои удары, блядь, и прыгать. Но нет, блядь. Если он уже, блядь, делает свои королевские какие-то замахи, он нахуй уже хуя становится. Я, по-моему, блядь, спрыгнул с голема, что ли? Чё произошло-то? Тут жми на прыжок, по-моему, не жми. Чего? Я красным цветом выбираю или белым? Красным, блядь, понятно. Ты ебанутый, блядь! Что за какой нахуй режим? Последний контрольный пункт. Нет. Нет. Ну и чего, блядь? А, когда ты много подыхаешь, тебе предлагают сложность снизить. Разумно. Потому что я вот нахуй вообще не улавливаю, блядь, вот этот ебанутый момент с этим, блядь, боссом. Че он хочет-то, блядь? А, там половина только вспыхивает. Понятно. То есть, блядь, у меня оставили столько здоровья, что права на ошибку просто нету. Хотя сейчас вот, блядь, я... Главное, он бьет первым делом не по той стороне, где я стою, блядь, почему-то, а по другой. Посейдон, ты в глаза, что ли, блядь, ебешься? Баклак, блядь. От тебя не останется даже памяти. Блядь, держись нахуй. Голем, твою мать. Вам не, вам как неграм больно не должно быть. О, сейчас он поебу получит, смотрите. Нет, не получит. Пиздец, он вообще, блин, он сука, Урабороса, походу, бахнул перед боем. Блядь. Да ты что, ебать? Ух, с размаха с богатырского.
Да, долго вообще эти бои-то идут. О, заставка пошла. Я уже думал, он бессмертен просто. А, тут как, блядь, во вторжении титанов. Бог сидит внутри вот этого говна. Понятно. Бля, пиздец такая гидра. Могила Ареса. Ну чё, пидорок, а ты какую могилу хочешь? Зевсу стоило оставить тебя там, где тебе место. Неважно, сколько богов падет, среди нас всегда найдется тот, кто сразится с тобой. На двух актеров озвучки денег не было. Все падут. Гибель Олимпа — это гибель всех нас. Так готовься встретить смерть. Это, блядь, Посейдон. Один и тот же голос по-разному просто обработанный, мне кажется. Ух, блядь. Да ты не спартанец, ты ОМОНовец, блядь, какой-то. Какого хуя, блядь? Сука, не можешь раненого добить уже. Ёбаный кутые. Никогда не был моей сильной чертой. Блять, а что не так-то? Я ж нажал. И он Кратоса ваншотит, короче. Что происходит? Кто-нибудь понимает вообще, что? Кто кого пиздит? По-моему, его. Наш побеждает. Сейчас, походу, ты такой подсральник получишь. Давай, ракета на старт. Катапультируй его нахуй уже с горы-то. Чего за... Это что? Ох ты, ебать! Нихуя! Глаза ему выдавил, пиздец. А я думаю, что за R3, L3, блядь. Думаю, стики, наверное. И он пальцами так вот. И поэтому ночь двойную сделал. Шлеп. Ничего себе, у него пердак бомбанул. Город какой-то затопил. Это какая-то аномальная смерть бога. Я думал, просто шлепка, как говно птичье упало. А Кратосу, походу, на людей-то на смертных поднасрать. Кратос, в нашей власти погибель Зевса. Влезай на мою руку. Чё, блядь? Погибель Зевса. Ну... Че нажать-то надо? А третьего слота? Ну давай вот вместо этого, наверное, хуй знает. Ладно, чуваки, я думаю, что одного бога на одну серию достаточно, по большому счету. Конечно, да, игра сочная, красочная, только единственное, что когда играешь сам, ты смотришь только в углы монитора, какую кнопку надо нажать, и практически не видно, что в этот момент делает сам Кратос. Вот на маленьком мониторе, может быть, все и попадало в поле зрения, а я вот как-то, не знаю, сейчас, видать, пересматривать придется самые сочные моменты. Ну, в общем, пока все, так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, все дела.